Из Африки в Приднестровье, чтобы пробиться в большой футбол. Это история игроков из Кот-д'Ивуара. В начале декабря к нам приехали 11 человек. Хватит на целую футбольную команду. Но пока футбольное счастье улыбнулось не всем. Это мы играли дома против другой команды из Кот-д'Ивуар. Это тоже в Африке. Мы в синей форме. Тогда выиграли со счетом 1-0. Знакомьтесь, футболисты из африканского Кот-д'Ивуара. Вот уже 3 недели они гоняют мяч в Терновке. 11 игроков на просмотре у «Динамо Авто». «Динамо Авто» — профессиональный клуб. Мы видим здесь свое будущее. Это окно в европейский футбол. Мы очень благодарны этому клубу за предоставленную возможность проявить себя. Для игроков из Африки приднестровский футбол – возможность построить карьеру. И тут, конечно, ответ очевиден. Мы смотрели Лигу чемпионов и увидели, как Шериф обыграл Реал Мадрид. Нас очень вдохновила их игра. Мы поняли, что это крутая команда. В Шерифе играет Заури, он тоже из Кот-д'Ивуар, я его знаю. И вообще в Шерифе много игроков из Африки. Те же камерунцы, так что у нас на родине о вашей команде хорошо знают. Африканские футболисты живут в столичном хостеле, свободного времени мало. Тренировки каждый день. Прогулялись по Тирасполю всего пару раз. Вот впечатление. У вас очень гостеприимная страна, нас очень хорошо приняли, люди подходили, фотографировались, максимально дружелюбно знакомятся с нами, это здорово. А кто-то и по-русски уже заговорил. Привет. Спасибо. Как дела? На этом пока все, будем стараться выучить побольше. Завтра у ивуарийцев важная игра. 8 из 11 футболистов проведут матч на Приднестровском поле. Сыграют с юниорами из Тирасполя. От исхода зависит многое. Кому в итоге улыбнется футбольное счастье? Если они готовы по мастерству, по качеству помогать нашей первой команде, мы с ними можем подписать контракт и сотрудничать. Завтра все будет видно. От тренировочного процесса мы отобрали все равно 3 игрока, подписали с ними контракт уже. Мы хотим выиграть, это наша главная цель. Мы очень усердно над этим работали. Мы надеемся, что наше мастерство оценят. Ну а мы пожелали удачи футболистам из Африки. Спасибо. Пожалуйста, ребята.